Галина Михайловна Сиденькова, инвалид, малолетний узник оккупированной территории, в годы Великой Отечественной войны оказалась занятыми немцами в Севастополе. Ее супруг тоже инвалид, последние 6 лет он не выходит из дома. И каждый год в канун Дня Победы зоостройкомплекс помогает семье Сиденьковых. Мой муж, он не выходит, он дома. На протяжении 6 лет он дома, больной, пользуется памперсами. Помощь на дом была ему, вот, ну, пакет, он довольный, он даже со строительной организацией, но удивился, что это совершенно стройкомплекс, совершенно другая, когда я ему объяснила. Были очень благодарны. Всего в Ленинском районе 500 человек с ограниченными возможностями здоровья. Эту цифру называют в районной организации Всероссийского общества инвалидов. И нет такой семьи, которая бы не поздравила, не помогла компания «Стройкомплекс». Можно сказать, он нас взял под опеку, под свою защиту. Оказывает нам большую материальную помощь. Значит, это дорогостоящие слуховые аппараты. И очень дорогие для наших молодых, плохо слышащих молодых инвалидов. Это и оплаченная операция для детей-инвалидов. Это подарки, которые они развозят на дом. И, конечно же, материальная поддержка различных праздничных мероприятий. Вот уже на протяжении 7 лет компания «Зоостройкомплекс» по инициативе председателя совета директоров Сахранова Олега Викторовича активно оказывают поддержку, особенно вот такой категории людей с ограниченными возможностями. В честь Дня Победы в досуговом центре «Урал» прошел спектакль-концерт для инвалидов при содействии «Зоостройкомплекс». Невзирая на то, за какие заслуги было получено звание ветеран, безусловно, это был очень тяжелый путь, который зачастую сопровождался личной трагедией и немыслимыми испытаниями. Для нас всех вы настоящие герои. Мы никогда не забудем ваших подвигов и ваше дело. Всегда приятно получать подарки, но лучше их дарить самому. Компания «Стройкомплекс» и лично председатель совета директоров Олег Сахранов удостоены звания «Лучший благотворитель Нижнего Тагила». Благотворительность приходит с раскрытыми ладонями, ее предназначение – отдавать.